Йо-йо-йо, никому не нужный блог. Сегодня я в своей коморке для того, чтобы рассказать вам историю о чудесной студии Space Souls, в которой делаю всякое. Я уже рассказывал о нашем проекте Singular Space, который создан для того, чтобы вернуть ненависть в хардкор, а именно принести хардкор на мобилки. Для тех, кто любит играть в StarCraft и мобу, пожалуйста, ссылочки в описании, можно залезать, залетать и так далее. А сегодня я покажу вам наш стрим для DevGam Fall 2021. Это такой игровой онлайн-контест. Обычно это просто онлайн-презентация в Дискорде, но мы чуваки, которые любят, чтобы все было красиво, поэтому делаем там картиночку, звук и все такое. Получился достаточно неплохой стрим. И если в этой вырезке вас что-то зацепит, обязательно подписывайтесь на инсту игры, следите за новостями, играйте, и будет круто, потому что, блин, ну она реально клево сделана. Камон, ребят. Ну, не то чтобы я тут что-то рекламирую, просто я там чуть-чуть звуков бластеров сделал. Ну все, пока, чуваки. What is love? Начну с того, что мы, значит, такая как аутсорс-студия, которая делает 3D-графику, и, соответственно, мы еще хотим выиграть в геймдев. Мы очень любим игры, мы очень любим стратегии. Не, на самом деле мы просто вот из тех людей, которые любят играть на мобилочке, но обычно не находят во что играть на мобилочке. И мы такие, бляха-муха, здесь же, наверное, еще люди такие же, как мы. И, в общем, сделали мобилочку, в которой приходится немножко потеть. Вот, и мы очень вдохновлялись StarCraft'ом, но как бы StarCraft на мобилу адаптировать непосредственно не получится, поэтому мы еще посмотрели немножечко в сторону моба, в сторону других проектов. И мы потратили год только на прототипирование геймплея, так что я гордимся этим. Наша аудитория — это достаточно, скажем так, хардкорные видно StarCraft'еры, которые хотят выигрывать за счет своего, как бы, ну, скилла, а не... А не за счет того, что ты просто заплатил. Да, да, да. И вообще мы такие за киберспортик. Ну, как бы очень сложно быть инди и идти в киберспортик, но как бы... Ну, мы попробуем. Да, кто нам вообще запретит? Мы долгое время потратили вот на эту заточку, адаптацию. Теперь на мобиле можно юнит-контроль, всякие банговые маневры, тактика. Прям все как в StarCraft'е мобы, все как вы любите. На мобиле вперед. А у нас еще, между прочим, Unreal Engine, Графоний, там, PBR, CDR, вот эти неизвестные никому слова, очень красиво. И стараемся еще красивее делать, и на телефонах, да, прямо да. Вообще, чтобы по красоте было. Вот то, что все в трейлере, это все реальная графика, то есть это не какой-то там замедленный там геймплей, там куда-сюда, какой-то фейк, это все идет и идет в абсолютно идеальном FPS. Да, при этом мы еще и, надо тут заметить, что мы еще толком не оптимизировали. Играйте, делитесь впечатлениями у нас. Да, то есть мы будем еще очень много работать над игрой, то есть это сейчас такой пробный шар, мы смотрим, как вообще люди играют, им нравится, не нравится. Вопрос успеха этого проекта в принципе, да, то есть если все пойдет, то замечательно и будет на любой платформе.